Приветствую вас, дорогие зрители. Перед нами Siemens Shimoatmos 8090. Это Siemens Bosch, то есть концерн Bosch. Ну, что характерно, эта машинка у нас с вертикальной загрузкой, то есть вот открывается дверца у нас сверху, и загрузка белья производится вот здесь. Она сейчас отработала, она с водой. Вот сейчас мы... Вот сюда вот вставляется. Загрузка делается отсюда белья. Здесь у нас порошок. Так она чистенькая, нормальненькая. Проработала, отработала. То есть я ее протестировал. Так она со всех сторон вот выглядит хорошо. Да, вот вся такая чистенькая, нормальненькая. Ну вот, может быть, есть некоторые такие, надо просто стереть. Ну, бывшая в употреблении машинка. Да, и вот здесь у нас внизу для слива. То есть, если надо почистить фильтр, там помпа открывается. Машинка рабочая полностью, вся отработала. Так что рекомендую вот такую вот машинку Siemens Shimoatmos 8090.